Это да, нормально? Когда человек встает на путь истины, то его никто не понимает вокруг. Так было всегда в этом мире. Что если человек идет вверх, его никто не понимает. Мало людей в этом обществе, кто ищет истину. Когда разум меняется человека в сторону развития, то, понимаете, все общество находится в страсти. У них разум статичный, статичное означает неизменный, то есть статичные устои общества. В данном случае какие устои? Аморальные в основном. Статичные аморальные устои. Это культурное пьянство в скобках, культурное слово в скобках пьянство. Вот. Дальше разврат культурный опять же культурный разврат. Дальше это отсутствие глубоких отношений в семье. Отсутствие работы над собой, внутренней жизни, то есть молитва, отсутствие это то, как живет сейчас общество. Человек, когда начинает всеми этими вещами заниматься, интересоваться, то его никто не понимает, потому что разум перестает быть статичным, он начинает двигаться. А разум изменяется, все вокруг человека меняется. Меняются друзья, знакомые, окружение, понимание, э, все меняется. Телевизор его уже не устраивает. Ему нужно что-то другое смотреть. Его не устраивают рестораны, в которые люди обычно ходят. Его не устраивает это общество, в котором, которое его окружает. Ему нужны другие отношения, более высокие. И пока он не нашел себе вот этот новый новых людей для общения и так далее, ему будет тяжело, плохо. Он должен также поменять свои отношения с теми людьми, которые раньше ему были очень близки. Он не сможет уже с ним строить очень близких отношений в этом случае. Он должен их любить, но он должен знать, как любить разных людей. Если человек не стремится к истине, то его надо любить, но не надо с ним строить очень близких отношений, потому что это будет принадлежать страданиям обоих. Любовь — это отдавать. Любовь не означает обмениваться, это отдавать всегда. Мы можем обмениваться любовью только с Богом. Даже муж с женой должны отдавать в любви. Не обмениваться, как мы думаем, а отдавать. Потому что обмениваться означает, я тебе что-то сделал и жду назад. А вот это жду назад как раз и является камнем преткновения в отношениях. Потому что от человека невозможно дождаться столько же, сколько мы для него делаем. Это невозможно. Поэтому наступает страдание в результате. Это глубокая очень тема. Но молодому человеку я хочу сказать такую вещь. Если ты не знаешь, где работать, надо работать над собой. Потому что мужчина, который не знает, куда ему идти в жизни, он должен работать над собой. А работать над собой для мужчины также означает где-то работать. То есть мужчина должен где-то работать из чувства долга и должен при этом работать над собой. То есть он должен соблюдать режим дня, закаливаться, делать упражнения какие-то, которые его тренируют как личность. Должен молиться и где-то работать, потому что труд развивает разум. Если он сидит дома просто, то он не сможет развиться. Так же, как женщина, которая не вышла замуж, она должна постоянно работать над собой и при этом постоянно о ком-то заботиться, потому что разум женщины развивается в заботе. Если женщина просто как растение живет, она никому ничего пользы не делает, не готовит, не убирает, не стирает, не заботится, это значит, что она неразумная, у нее нет силы счастливо жить в этом мире. Надо эту силу копить с помощью труда, женского труда. Даже если женщина очень много трудится где-то на работе, но при этом не заботится ни о ком, то она неразумная. Она тратит зря свое время, и она не будет счастлива в жизни. Она будет зря просто... Проводить время в своей жизни несчастное будет.